После рабочего объезда мэр курорта и Анапский межрайонный прокурор встретились с семьями военнослужащих. Прием граждан по личным вопросам прошел в Доме культуры станицы Гастагаевской. Заявления от местных жителей касались жилищно-коммунального хозяйства и социально-бытовых моментов. Специально встречаемся для того, чтобы можно было обсудить, почувствовать, может быть, сразу на месте постараться решить. Если нет, значит, взять себе как домашнее задание для того, чтобы вместе всем преодолевать те трудности. Точно нет никаких сомнений, что мы победим. Однозначно нет сомнений, что ждем всех наших ребят домой. Дай Бог, конечно, чтобы все просто быстрее уже закончилось, и все ребята вернулись уже сюда. Пятый выезд в сельские округа для того, чтобы с вами пообщаться, где-то в чем-то посодействовать. Если даже, может быть, в каком-то конкретном случае нет наших полномочий, ну, можем проявить смекалку, либо попросить наших коллег из военной прокуратуры для того, чтобы как-то посодействовать, потому что очень много вопросов возникает, когда в основном проблемные вопросы возникают не здесь, на территории, а там, ну, чтобы вам как-то посодействовать, разнести, а может даже оказать помощь.